Завод стеновых материалов «Паревит» – самое современное предприятие по выпуску силикатных блоков и кирпича в Уральском федеральном округе. В 2020-м открыли завод по производству тротуарной плитки. Новейшее оборудование и технологии позволяют получить повышенную прочность и сохранить цвет продукции на длительный срок. Производительность – 2000 квадратных метров плитки в смену. Однако эти показатели будут наращивать. В сезон склад, конечно, у нас похудеет, так скажем. Опустеет, будем продавать как горячие пирожки, то из-под пресса прям. Продукцию поставляют в регионы Уральского федерального округа. В ближайших планах освоение рынка соседних стран. Бизнес-миссия, организованная региональным центром поддержки экспорта при поддержке торгово-промышленной палаты Тюменской области, во многом поможет расширить возможности производителей. Тюменская область для наших северных регионов традиционный партнер. И на сегодняшний день в составе 23 человек мы посещаем предприятия данного региона для того, чтобы наладить экономические связи, как говорится, навести экономические мосты. В составе делегации представители власти и бизнеса, основные запросы со стороны Казахстана – строительные материалы. За три дня гости региона посетят больше 10 крупных производств. Казахстан активно строится. Строятся многоэтажки, которые надо, во-первых, построить, во-вторых, отремонтировать. Поэтому мы заинтересованы в строительном материале. Лично наша компания завозит около 80% строительных материалов из Российской Федерации. В частности, с Тюменской областью мы работаем более 15 лет. Мы работаем по разным направлениям. Да? Это, например, и пищевая промышленность, строительная промышленность. И вот именно на строительной промышленности мы делаем акцент. И у нас в этом году запланировано еще ряд мероприятий. В том числе мы планируем посетить летом Нур-Султан. Предприниматели региона отмечают эффективность подобных бизнес-миссий. Организаторы уверены, эта встреча будет способствовать значительному увеличению совместных проектов, а также товарооборота между Тюменской областью и Республикой Казахстан. Елена Старожук и Евгений Доценко. Тюменская служба новостей.